седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок. Покажем один цветок, очень редкий, фиалка одноцветковая. У растения только один цветочек. Нашли папоротник орляк. Его можно есть. И еще мы это нашли это интересное растение. Оно похоже на змеиный хвост. Вот оно. Это на самом деле хвощ. Мы нашли гриб трудовик. И на этом дереве тут только два растет. Вот тут один сверху и другой снизу. Тут мы нашли это деревяшку, где очень-очень много трудовичков. Очень-очень маленьких. Вот я вам один покажу маленький. Вот тут мы нашли шмеля. Он сейчас собирает нектар и нас не замечает. Но только он не хочет фотографироваться. Он сейчас безобидный. Если мы его не будем трогать, тогда он нас не укусит. Пока что он занимается своим делом. Эти цветы называются адонис. Мы их нашли возле электрических столбов. И их еще называют стародубки. Это растение называется хохлатка. Оно растет по берегам рек и озер. Она цветет весной. Для шмелей это хорошая пища. И еще мы нашли целую поляну. Эти цветы называются прострел. Есть фиолетовые и желтые. Вот они желтые. Они чуть-чуть желтоватого цвета, и у них внутри как подушечка, тычинки. И вот еще фиолетово-желтые. Мы нашли дерево, которое обстукал дятел, продырявил дятел. Тут он искал червячков. Wow.